Всем привет, меня зовут Юля, и сейчас я расскажу вам про куклу Monster High Клодин Вульф серии «Музыкальный фестиваль» специально для фирменного магазина monsterhigh.com.ua. Коробка бюджетной серии, на которой вы увидите надпись, логотип, герб Monster High, изображение Клодин Вульф, а также логотип серии «Музыкальный фестиваль». На тыльной стороне вы увидите надпись, логотип Monster High, изображение Клодин Вульф, пропуск на музыкальный фестиваль куколок из этой коллекции и логотип Mattel. Давайте рассмотрим Клодин повнимательнее. Волосы коричневые со светлыми прядями. В маленьких волчьих ушках ультрамодные золотые сережки в виде колечек и длинных цепей. На ручке у нее красуется черная перчатка. Макияж Клодин. Коричневые брови, золотые, розовые тени, бордовые губки. На шее у нее висит VIP-пропуск на музыкальный фестиваль. Одета она в фиолетовый комбинезон с принтом в виде черепочков и звездочек. А на ножках у нее очаровательные высокие золотые сапоги с застежками и каблуком в виде клыка. Подписывайтесь на наш канал. С вами была Юля специально для фирменного магазина monsterhigh.com.ua. Всем пока!